Полиция Таиланда опровергла информацию о втором взрыве за день. Правоохранители сообщают, что СМИ приняли один и тот же взрыв за два разных. ЧП произошло в одном месте. Неизвестный бросил взрывное устройство в толпу людей на мосту. Оно упало в реку, что значительно снизило взрывной эффект. Прохожим удалось избежать ранений. Другой взрыв в центре столицы Таиланда прогремел накануне вечером. В результате теракта, по последним данным, погибли 22 человека. 9 из них иностранные туристы. Более 120 пострадали.